Всем привет! Сейчас я вам покажу свой, ну, выводной шкаф. Может, кому-то пригодится в хозяйстве, птицеводом. Делаю из реек. Вот такая вот у него ширина. 10-20, ну, где-то 40 сантиметров. И высота где-то метр, ну, полтора, на 4 полочки. Это вот, ну, у кого что есть, это вот такой поддон. Видите, помет у цыпляток остается. Вот, вот так вот внутри ставлю кормушку, поилку и лампочка. Ну вот на полу сетка штукатурная. Вот, ну и реечки, чтобы не проваливалось. Вот такие вот брусочки. Вот, видите, это настойки. Точно так же на перемычках, на всех. А это вот такая, чтобы цыплята не перепрыгивали. Видите? Оббиваю вот эту. Вот, вот. ДВП. Со старых шифонеров, с тумбочек. Кто-то выкидывает, кому-то не нужно. Я уверен, что у кого-то, с каждого из нас оно есть. Поэтому не надо ничего выбрасывать. Надо просто брать и применять. А то покупать не накупишься. Вот. Лампочка стоит на 40. Ну, если очень маленькие, ставлю на 60. Ну, сейчас у меня тут помещение в летней кухне очень тепло, градусов 25. Поэтому мы ставим на 40. И закрываем вот так вот полиэтиленовой пленкой. Прибиваю на реечки. Видите? И все. А потом вот так вот раз. Вот. Чтобы не перепрыгивали. А можно сюда вот прибить брусочек и раз опустите, и оно будет держаться. И за счет этой полиэтиленовой пленки создается там микроклимат, температура постоянно одна и та же, что хорошо для цыплят. Кормлю я их вот таким комбикормом пока. Вот. Там у меня наверху ничего вот нету, потому что сегодня буду перекладывать. А тут вот тоже кормушка такая, поилка. И вон они, цыплята. Следующая полка вот открываем. Тут у меня уже большие цыплята. Сейчас я вам поймаю, покажу. Вот уже вот такой вот у нас ливенский, видите? Цыпунька, цыпунечка, цыпунечка, цыпунечка. Все, иди на место. А тут поменьше. Тут вот такие вот. Вот они. Видите, какой красавец сидит. Типа. Пошли на место. Ну, а самое нижнее еще свободное. Потом я ж пересаживаю вот с первой. С верхней подрастают, я пересаживаю на вторую, потом со второй на третью, с третьей на четвертую, потому что внизу прохладнее же, естественно. А чем выше, тем теплее. А сюда сегодня посажу маленьких. У меня вчера и сегодня лупятся. Я их отдельно взял, тумбочку обыкновенную.
И это самое. И туда лампочку, экономку. Сверху закрываю и все. Можете сделать, вот у меня есть такой шкаф. Видите, тут, конечно, не прибран, тут инструменты. У меня всякая фигня, вот. Вот такой вот шкаф. Книжный, по-моему, он был. Вот. И можно сделать с него. Вот так вот. Полочки, одна, вторая, третья, четвертая, и тут получится или 4, или аж даже 5. Так что, ребята, все в наших руках, лишь бы только не ленились и думали, как сэкономить, как сделать. Потому что покупать, я вчера видел в интернете, 6 тысяч, 5 тысяч, так зачем же платить такие деньги, если можно все сделать своими руками. Вот. Ну все, спасибо за внимание. Делайте, работайте. Желаю вам успеха.